4 опоры из 8 почти готовы. На месте будущего моста через Свиягу работают в 2 смены. До конца года по плану возвести все опоры. Переправа между улицами Шевченко и Смычки значительно разгрузит центральную улицу города от большого транспортного потока. Первая опора у нас готова на 90%. Осталась шкафная стенка и открылки. Это та конструкция, которая держит насыпь. Вторая опора у нас 100% готовность. Третья опора – армирование ростверка, 20 свай там отбетонировано, тампонажный слой сделан. На четвертой опоре отбетонированы 12 свай из 20. Причем подрядчики используют самые глубокие сваи, их длина составляет 17 метров. Для сравнения, на остальных опорах используются сваи по 16 метров и меньше. Что касается Минаевского моста, то буквально через несколько дней рабочие закончат демонтировать среднюю часть переправы. Как отмечают подрядчики, повреждений теплотрассы под мостом удалось избежать благодаря защитным коробам, которые сделали заранее. При разборке моста мы обнаружили, что армирование происходило арматурой гладкой, которая сейчас уже не используется и которая использовалась до середины 60-х годов. Этот бетон уже выработал свой срок, и поэтому он при демонтаже очень сильно крошился. И ясно было, что его давно пора демонтировать и менять. Параллельно строители работают над объездной дорогой. Сейчас там укладывают электрические кабели и сооружают земляное полотно. Как только сдадут дорогу, правую часть путепровода, ведущую в центр, закроют и начнут демонтаж. На сегодняшний день на участке переустройства путепровода с левой части дороги путепровода забиты 41 шпунт для укрепления насыпи левой части путепровода. Идет подготовка к устройству основания для устройства буронабивных свай. Под мостом со стороны улицы Минаева обустраивают технологическую площадку у опоры номер 4. Территорию пришлось отсыпать песком, чтобы спецтехника смогла проехать к объекту. Вскоре строители приступят к демонтажу фрагментов старой опорной конструкции, которая находится под водой. После этого в котловане зачистят и распланируют территорию, а затем приступят к устройству свайного поля под фундамент новой опоры. Анна Тищенко, Улправда ТВ.